Хвойные плантации в Амазонии. В минувшие выходные в столичном парке 500-летия Чебоксар горожане высадили около 150 кедров. К зеленой акции присоединилась и наша съемочная группа. На дно обязательно насыпать песок. Песок 10-15 сантиметров. Подушка должна быть песчаная. Это дренаж, где будет стоять вода, где лишняя вода будет забираться. Перед высадкой кедра необходимо правильно подготовить грунт, тогда дерево быстрее приживется на открытой почве. Скоро здесь вырастет целый хвойный лес со множеством аллей. Молодоженов, студентов, новорожденных. У каждого дерева будет свой собственный хранитель. В течение 5 лет нужно будет помогать саженцу окрепнуть. Мы к этому, конечно, готовы. И говорят, что кедр начинает плодоносить только через 40 лет. Мы обещаем, что будем ухаживать за этим деревом и даже возьмем под опеку другие деревья, которым не достанется такого хорошего хозяина. Причем увильнуть от садоводческих работ не удастся. Каждый кедр получает именную табличку. Мы решили сами сделать своими руками, сделать табличку и своими руками посадить. Мы делали ее всей семьей вчера вечером. К сожалению, деревья вырубают, и я считаю, что надо сажать деревья. За 8 дней акции в парке появились более 200 молодых деревьев. В планах увеличить их количество до 300. Организаторы говорят, таких зеленых островков в Чебоксарах станет больше. Сейчас идут поиски новых площадок. Татьяна Леонтьева, Дина Кустова, Андрей Спиридонов, Республика.